В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения другого поэта Михаила Лермонтова. По этому поводу в Национальной библиотеке Чуваши состоялся бал. Все было в соответствии с эпохой, в которую жил поэт. На Лермонтовском балу побывала и наша творческая группа. Оказывается, 19 век не так уж далек от нас. Достаточно надеть бальные костюмы, воспроизвести музыку тех времен, и вот она – атмосфера салонных вечеров, которые посещал великий поэт. Он не очень их любил, но правила хорошего тона заставляли его бывать в обществе. Историки утверждают, что в роду Лермонтовых были шотландские корни, поэтому на балу можно было увидеть старинные национальные танцы. 19 век, 16 век, 17 век – это еще эпоха прекрасного, эпоха куртуазности, эпоха куртуазного общения с дамами и кавалерами. Сегодня не все молодые люди, не все девушки знают, как общаться друг с другом, как танцевать, как разговаривать. Показать это и решили участники студии. Мы очень любим танцы. Очень любим. Скажите, мы ходим в ДК «Салют» еженедельно. Поэтому мы все время ходим, собственно, без них мы не можем практически. Непринужденная светская беседа, которую принято вести в салонах, конечно же, была посвящена поэту. Говорили о его нелегкой судьбе, особом мироощущении и великом поэтическом даровании Михаила Лермонтова. А чтение его стихов еще более помогло понять душевное терзание поэта. Дубовый листок оторвался от ветки родимой, и в степь укатился жестокого бури гонимый. Засох и увял он от холода, зноя и горя. И вот докатился до Черного моря. Екатерина Абрамова, Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика.